Запускаем Рево Юнистеллар. И ждем, пока программа загрузит все наши имеющиеся утилиты на компьютере. Листаем вниз. Ищем Яндекс браузер. То есть он будет отмечен как просто Яндекс. Жмем правой кнопкой мышки и выбираем опцию «Удалить». Нажимаем «Да». И здесь выбираем продвинутый режим для удаления всех возможных файлов. Ждем, пока начнется удаление браузера. Так, отмечаем удалить настройки браузера, историю просмотров и другие данные. Так, нам выведется окно то, что Яндекс браузер удалился, но это еще не конец. Жмем далее и ждем, пока начнется очистка всех сопутствующих файлов. Жмем «Далее». И здесь мы выбираем все файлы реестра, отмеченные жирным шрифтом. И жмем кнопку «Удалить». Жмем «Далее». Выбираем все файлы, связанные с Яндекс.Браузером. Как видим, их здесь довольно много. Жмем «Удалить». И далее. Все. Процесс удаления Яндекс.Браузера завершен. Теперь никаких файлов у нас не должно остаться на жестком диске.